понимаете? Я вот уверен, что вы с меня хрен найдете. Да, хрен найдем. Ну, конечно же, Данил, хрен тебе найдем. Серега. Меня точно хрен найдет, да. Направь меня, куда я смотрю. Серега, почему ты такой слепой? Расскажи, пожалуйста. Да, Серега, как всегда. Все, я пошел, короче, я валю отсюда с огорода. А, Данил! Да. Тебя не видно. Откуда ты? Друзья, всем привет! С вами Quantum Fisher и Kratos, и мы сегодня играем в Call of Duty World War 2. И наша цель Вот ты дрянь такая! Ты пропал прямо на Антоне, понимаешь? И все! И Антон! Наша цель скрыться в текстурках, к примеру, вот сюда вот сесть, чтобы меня не заметили, но меня заметили и убили. А я должен спрятаться так, чтобы меня не заметили и не убили. Все очень просто. Call of Duty создан для пряток. Великолепно. Великолепно. Антон маньяк, смотри, он ровно 8 выходит. Маньяк? Ты маньяк. Да. Понял. Стрелите по-братски, а то у меня 7 минут осталось. Нифига, всего нифига ничего, себе. 7 минут. Полная катка, 8, ну, 9 длится. Антон, иди в тоннель. Зашел. Беги по тоннелю. Беги по тоннелю. Это не тоннель, где тоннель? Где тоннель? Стрельните по-братски. Вот ты пробегал по тоннелю, по белому, по какому-то. Ты был в тоннеле, ты вот прям мимо меня пробежал, Антон. Беги вот обратно. Это? Вот это? Ну, я не знаю, с белыми стенами. Беги обратно. Антон? Антохеринг. Антошка. Ты слышал выстрел? Че туда нельзя запрыгнуть? Куда? Да. Ну, куда-то вот туда. Так, подождите. Антон в серой кобуре немца, да? По-моему, да. Вот я понимаю, что это самое палевное место, которое может быть. Ты где? Ты чё, сигнальную пустил? Только я вообще в глаз сигнальную пустил. С лопатой, блядь. Ты где? Антон? Меня нет. Никого нет дома. Я вас не звал, идите нафиг. Я обиделся, пойду Серегу искать. Иди ищи Серегу. Ты выстрелы только что? Не слышал. Антон, скажи, ты меня в тоннеле серьезно не увидел, что ли? Нет. Антон, ты прям возле меня пробежал в тоннеле. Я думал, ты уперся прямо в меня. О, там что, вход был? Серега, ты что, спалился? Да, он меня не может догнать, вроде. Стой, Серега, ну по-братски, ну остановись, я тебе пожму руку. Ага, лопатой по черепушке он тебя пожмет, Серега, не верю ему. Вот и все, выпилили Серегу. Ладно, Данил. Теперь и ваша цель вдвоем найти меня. У вас есть 5 минут. И чё? Мамбалейло. Серёж, не слушай его, он обманывает. Кого я обманываю? Я найду. Сука! Нашёл его? Что он делал? Ты серьезно не видел меня, Антон? Нет! Ну хрена! Ну что, мафренд, вы готовы? Знаете, кто маньяк? Я теперь маньяк. Моя цель найти всех жертв и убить. Ребята, у вас есть ровно 10 секунд, и я выхожу через 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я выхожу, кто не спрятался, я не виноват. А я спрятался. Ты кстати, спрятался? Я нет. А что у тебя? У тебя ножи, да? Да. Это вдвойне опасно. Ты откуда меня видишь? Пес. Вот, проходит, значит, оп. Ты откуда меня вообще видишь? Ты меня не видишь, что ли? Нет. Вот такой стоит там, смотрит в окошко. Вернись обратно. Ты где, Саня? Посмотри в окошко. Не буду я в окошко смотреть. Ну посмотри в окошко. И что там в окошке? Ты скажешь, что ты меня видишь? Нет, я тебе подскажу, где я. Ты убежал оттуда уже, да? Ты меня увидел и убежал, и молчишь, как крысарий. Как партизан? Крысарий молчит. Что происходит? Иди сюда. На тебе! Нож в печень. Ты вот чисто на крысичах поступил. Пацаны, ну что, найдете меня? А, Серега со своим белым камуфляжем беспалевным остался. Ну, на самом деле, нифига. Нифига. Он палевный очень. Я, наоборот, палевный, да. Ну, сейчас мы это и узнаем, насколько ты палевный, где ты находишься. Нужно передислоцироваться мне под... Да ладно, я видел, он под камнем лежал, блин. Я взорвался этой странной штуки, да. Он уже убежал оттуда у шлепок. Где-то вот здесь вот. Еман тут мост. А я здесь еще не был. Ты стрелял в другом месте. А ну, постреляй, Серега, еще раз. Ты отбежал, выстрелил и убежал обратно в свиночку. Еще раз выстрели, Серега.
И где он стрелял? У меня на радаре не отобразился. Где он? Он, короче, где-то в этой области. Да? Чуваки, это Саня, Орна. Саня. Где ты? Сань, сюда, ёб твою за ногу, да иди. Куда? Не говорите, что ты возле меня стоишь, Данил. Сань, назад. Куда, Сань, назад, назад, назад. Прямо по курсу. На 12 часов. Здравствуйте! Как мы его не видели? Ё-моё! А как ты меня увидел, Данил? Я был краем глаза тебя увидел, ушлёпка. Блин, я там столько сидел. И кто-то вот мимо меня бегал. Слепые мы немножко, ну ладно. Давай, другой ищет. Все, Саня теперь всё, ищет, ребята, и у нас есть ровно... Саня ровно в 5 выходит, да, у нас? Да, ровно в 5. Ровно в 5 минут теперь. У вас есть представление, где я нахожусь, в принципе? Плохое представление, все, я спрятался. Так. Ты спрятался так, уже? Да, да, я спрятался. А я нет. 10? Он секунд. Скоро выйдет. 10 секунд remaining. 10 секунд remaining, guys. И он выходит на охоту. Let's go! И я вышел на охоту, да? Я вышел. Let's go! Let's go! Да, да, я вышел. Я вышел, понимаете? Я вот уверен, что вы с меня хрен найдете. Да, хрен найдем. Ну конечно же, Данил, хрен тебе найдем. Серега. Меня точно хрен найдет, да. Ты видишь меня? Нет, а ты меня? А ты в красной форме с лопатой, да? Это, по-моему, Сань. А теперь это, с лопатой? Это я теперь с лопатой, Данил? Вот я запутался, по-моему. Чё? Ой-ой-ой. Ты, значит, здесь, наверное, возможно. Я, походу, скин не сменил. Короче, передо мной какой-то чувак в красной форме пролетел. Я думал, ты, Серега. А может, это я? А ты где сейчас? Серега, походу, был, да. Серега, ты сейчас с лопатой? Да. Я прыгнул. Да. Сиди тихо. Ты меня не видишь, Серега? Направь меня, куда я смотрю. Серёга, почему ты такой слепой? Расскажи, пожалуйста. Да, Серёга, как всегда. Все, я пошел, короче, я валю отсюда. А, Данил! Да. Тебя не видно. Я знаю, что меня не видно. Дайте подсказку. Только когда ты сдохнешь, не ищи меня, хорошо? Давай изменим правила, когда ты сдохнешь, пусть Саня сам меня найдет. Пусть он увидит меня просто. Нет, прикол в том, чтобы он увидел меня. Я хочу, чтобы он увидел. Нет, Данил. Так не работает. А знаете, Данил, почему меня не видно? Палится. Посмотрите, видите, что это? Вот, видите? Вот из-за этого меня не видно. Ребята, постреляйте. Я твой родственник, Серега. Пока. Я так и знал, то, что ты где-то здесь. Да? Это была ложная граната. Ложная граната. Сейчас у тебя будет ложная смерть. Так так-то была. Почему нет? Данил? Так. Данил, где-то тут, где-то тут. Он тебя не увидел, он тебя не увидел. Где-то тут. И главное, что ты меня не увидел. Он тебя не видел, я тебе отвечаю. И тебя он тоже не видел, да? Серьезно? Тебя он тоже не заметил? По-моему, видел. А, шнели. Иди сюда. Гол болтается, минус Серега. Минус Серега. У меня просто была вынужденная дислокация, потому что как бы Серега все. Теперь и он видел меня. Ты умрешь, быстрее всех. Чё ты заорал? Я просто сейчас кое-кого увидел и чуть не сдох. Ну, не меня. Тебя, походу, Серега. Нет. Данечка! Иди в жопу! Где он? Там где я был. Ух, ёб! Сраная граната! Я взорвал вас, изи! Двойное убийство, и своего взорвал, и этого... Дабл гейл. Граната эффективна. Ладно, граната спалились. Отвечаю. Короче, наша цель заныкаться, а цель Сани найти нас. А кто ищет нас? Вся, Серёги, да? Всё. Так, здесь, наверное, меня увидят, потому что слишком палевное место. Почему нельзя подниматься наверх? И спросить у Сани тоже нельзя, видно меня или нет, потому что потом Саню завалят и все, и Саня будет врагом на бомбах. А если тебя завалят первого? Пацаны! Я такое место нашел! Какое такое место? Походу, такое, в котором я вообще не найду его, да? Правда, у меня, конечно... 5 секунд, пацаны. Серега, пробеги по дороге, вот прям начиная от танка, возле которого ты любишь сидеть, и беги вот вдоль, там вот к тоннелю, вот туда вот по дороге беги.
Привет, Сейчас. Сань, как дела? Нормально все? Красавчик. Ну, да. Посиди пока у меня в руках. Подожди, куда бежать? Там, где... Лопата по кличке Саня. По дороге, по дороге там, которая вдоль набережной. Только давайте договоримся не убивать меня, окей? Окей. Серега. Дымовуху видишь, Серега? Дымовуху видишь. Беги назад, дымовухи. Зачем? Ты не видишь меня, Серега? Нет. Подбеги к большому желтому цветку. Их тут много. Ну вот, которая возле генератора зеленого. Назад. Калоя, подбеги, Серега. Я здесь. Калоя, подбеги. Прям вот стань калоя и смотри на алоэ. Смотрю. Нет, калоя, подбеги прям в упор, Серега. Так я вот в упор подбежал. К желтому цветку подбеги, блин. Ладно, видишь, вот возле зеленой тачки. Вот это? Да. Красивый цветок, Серега. А теперь поищи меня за своим взглядом. Ты меня видишь? Покрутись по кругу, внимательно посмотри. Да, ничего. Ой-ой. Вот это место у тебя было. Ты чё паркуешь? О, минус Данька. Я подсказку дал, если что. Но это не считается, потому что я сам сдох. Ну, бро, я бы тебя догнал бы. Считается. Нет, это не считается, так что, Серега, давай ищи меня. В смысле, всё считается? Так ты чё? Мне теперь будет сложно заныкаться, поэтому у Серёги большая привилегия. Серега, как ты меня увидел там? Да ладно, как я тебя увидел? Может, ты потому что сказал покрутить? Серега, хочешь такую подсказку? Давай. Я просто не слышал ее в прошлый раз. Вот. Ни хрена у тебя там подсказки, Саня. Окей, подсказки. Подсказка. Это ты горох кушал вчера? Когда рвет пердак по кускам. Пау! О, ага. Хорошо, что я Саня минусанулся. Услышал этот звук, блин. Ребят, теперь ваша цель найти меня. Не, ну Даня, конечно, жопа хитрая. Бой специально упал, чтобы, короче, перереспаунить. Нет. Это он стрелял? Да. Это не я стрелял. Это ты стрелял. Нет! Привет. Все, найс. Готов. Ну, конечно, жестко спалился здесь.